Вакцина CorniVac-CoV предназначена для профилактики коронавирусной инфекции у плотоядных животных, пушных зверей, собак и кошек промышленного и частного содержания. Лекарственная форма препарата – суспензия для инъекций. Вакцина изготовлена из инактивированного штамма вариант B коронавируса SARS-CoV-2 в виде цельнокапсульного вириона, полученного в культуре клеток Веро с добавлением в качестве сорбента гидроокиси алюминия. Иммунизирующая доза вакцины – 1 см кубический. Для профилактики COVID-19 у животных рекомендуется двукратное применение вакцины путем внутримышечного введения с интервалом 21 день. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа через 14 суток после двукратного применения, а продолжительность иммунитета не менее 6 месяцев. При плановой профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 иммунизации подвергаются собаки и кошки с 6-месячного возраста и норки не моложе 3-месячного возраста. В неблагополучных и угрожаемых зонах проводят вакцинацию всего поголовья, не имеющего признаков заболевания, независимо от сроков предыдущей вакцинации. Вакцина выпускается в упаковке объемом 1, 50, 100 и 200 кубических сантиметров. Вакцину отпускают без рецепта. Хранить вакцину следует при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия в защищенном от света месте. Для вакцины не выявлены противопоказания к применению, побочные эффекты, риски для человека и окружающей среды. При первичном введении препарата B-лимфоциты, клетки иммунной системы животного, распознают специфические антигены инактивированных вирионов вируса SARS-CoV-2 в составе вакцины. После этого из B-лимфоцита образуется плазматическая клетка, плазмоцит, и клетка памяти. Одновременно с этим процессом в организме животного образуются неспецифические антитела, иммуноглобулины класса М. При контакте с вирионами SARS-CoV-2 плазмоциты продуцируют антитела, специфические к возбудителю иммуноглобулины класса G. Эти антитела блокируют способность вируса проникать в клетку. Образовавшиеся при первичном введении вакцины клетки памяти несут в себе информацию об антигене коронавируса SARS-CoV-2. Поэтому повторное введение препарата вызывает мощный вторичный иммунный ответ, сопровождающийся быстрым и интенсивным образованием антител – вирус-специфических иммуноглобулинов класса G.